под... на дальней стороне. Он сейчас по 22-м. По 22-м. Под номером 21-м Павел от компании Артем Пчелинок. Ну и под номером 7-м позиция номинального большого, если я понимаю, Дмитрий Викторов. Борис Тюлькин у нас на паркете, грузят краску, но здесь габаритами явно Викторов должен выигрывать. Его накрывают в этой попытке опять через Королева, очень на коротком, скажем так, на буквально в сантиметре там как-то удалось Тюлькину отечество. Команда набрала, Кашу будет выбрасывать сразу с получения. Такая, знаете, прямая, пологая траектория, но это не важно, да, кто вспомнит. Игроки в такой, ну, не знаю, сине-фиолетовой, да, форме, можно ее и так назвать. Опять оттенция, очень неплохая скидочка и абсолютно свободный бросок. Афарол Тикей убирает мяч на правую руку и дает добить Ваулину. Слишком за собой многих увел 23-й номер. Хороший кат, но передача явно... не Ваулину отправлялась, 100%. Летела она забегающему Чугункову. Хороший кат. Но передача явно не Ваулину отправлялась, 100%. Летела она забегающему Чугункову. Но, как говорится, нужно приезжать на матчи с Короной. Будет ну, адекват. Соответственно. Да, ребят, всем девки. Чугунков доволен тем, что у него удалось. Через Чугункова как раз-таки раскидочка. Хорошая. Такой треугольничек нарисовали в нападении передачами. И тут решил просто через центр ломиться против соперников. А вот вам. И Пчелинок с дальней дистанции. Везде. Викторов с линии штрафной второй промахивается. И опять классно. Ну, слушайте. Действительно, лидер во всех... А, Шишкин занял позицию, опять здесь пытаются его выдавить. Нет пространства, нужно завершать и нахуй. На одной ноге, как говорится, циркулем нарисовал. Через центр перешел, тут уже 5 игроков в Теннесси. Правда, как-то очень странно они перестраивались в защите. Абсолютная чехарда со смен под кольцом. Не помню точно, кто там оказался, то ли Дмитров... то ли Горох. И в итоге на линию штрафных отправляется. Очень такая спокойная реализация. Два из двух. 18. Обратная передача. Ну, свободная треха. Есть попадание. Ах, сколько Жени сейчас эмоций. Действительно, активно смещается у команды Сан-Франциско. Классная загрузка на Гороха. Дмитров без единого удара в пол, если вы заметили, после того, как перешли центральную линию. Сан-Франциско каханул, да, не попадает с дальней дистанции. Ну, пока у главного снайпера, я так понимаю, ковена от Кашу сейчас была. Просто в руки соперника. Тикей поддержал Ваулин. Ну, хороший транзишн демонстрирует команда. Горох, Дмитров, лицевую, протиснулся. Ну, слушайте, Дмитров разогревался, такое ощущение. Королев со средней, Королев точен. Ну что же. На. Далее, дальше Горох будет приводить. Опасная такая, на самом деле, история с передачей. Но прошла, победителей не судят. И Артем Ваулин на Кахановича. А вот со средней, пожалуйста, остановочка мягенькая на 2. Уверенный бросок со средней. Передача, Дмитров не забивает. Великолепный ассист был. И здесь, ну, бежит Сан-Франциско великолепно. Здесь не поспоришь, Тюлькин. Почему Дмитров? Лицевую. Сколько? 3 захода уже Сан-Франциско в одной атаке. И в итоге добивается Чугунков после хорошей передачи. Всем 20 зрителям, кстати говоря, всем привет огромнейший. Да, друзья, пишите вообще, на ваш взгляд, в этой паре, кто сильнее, за кого болеете, вообще, за кого переживаете. Вот не странно, несмотря на такие подборы, да, проигранные, тем не менее,
Ханович. Дальше в угол. Будет попытка с дистанции. Будет, но промах. И Шишкин на подборе. Шишкин на подборе. Андрей Рималис. Ему больше на себя. Ваулин на подборе. 3 в 2. 3 в 1 даже. Ваулин до конца. Увидел, что Есин разрывается. Да? Куда ему пойти? Бокс с партнером разыгрался. Ханович 3. Завалится этот мяч. Постучался, подумал. Орешникову опять приходится разбираться из-под самого кольца. Кашуб фалит на Ваулине. Сан-Франциско просто в канарь. Ваулину, ну, ногой мяч ударил. И за это сразу же есть небольшое наказание. Просто йо какая? Вторая или первая? Я окончательно запутался с фамилией, если честно. Я даже камеру тут не повернул. Забивает Кашу. 39-26. Ну что, 27, да, уже. Слышим, ну, не знаю, как вы, я точно ее слышу. Хороший кат, и вот она, Валерия. Я уже говорил, что Валерия Кашу... Ну вот, так, от скамейки Женя Невержицкий свою команду пытается раскачать. Ну, а у нас Сан-Франциско продолжает показывать яркий арбитр. 24 зрителя, друзья, всем привет. Надеюсь, что не сильно раздражает вас комментаторская болтовня. А если еще и радует, то можете сделать комментатору комментаторская болтовня. А если еще и радует, то можете сделать комментатору чуть-чуть бодрее настроение. Отправить, как говорится, поддержку за 6 секунд до конца. Хотя уже не первый раз. На левом краю там есть свободные партнеры. Ну, а тут, пожалуйста. А здесь Викторов. Не назовешь меня экспертом от слова совсем по дивизиону Рофл. Поэтому, как говорится, верю. Есть возможность для Теннесси еще немножечко вот этой разницы съесть. Ой! Орешников! Такое ощущение, что это трёха с Казиншут, конечно, была, но добил бы. А так приходится, сейчас добился все-таки штрафных. И с первым справляется. Ну, я думаю, что, как говорится, улучшать свои скиллы. Хороший 2 из 2. А 23-го номера. Королёв вместо... Просто какие-то отдельные эпизоды для себя отмечаю. Да, там в игре того или другого. Забивает Викторов, и сразу же замена у нас, 14 номер сразу, то, соответственно, и замен сразу у нас пройдет. Первый, так мягенько, с руки, с высоко поднятой, немножко технику Картрайт попадает под дабл-тим, классная защита, а как же так, где под... Тайм-аут, все-таки просит Женя, как так потеряли, да?